То, что Украина намерена только усиливать свою армейскую группировку, дал понять президент Петр Порошенко. Он прямым текстом заявил, что Киев использовал Минские договоренности как фору, чтобы, цитата, преодолеть военно-техническое отставание. Эти слова Порошенко произнес в Харьковской области во время передачи военным новой техники. Он рассказал о планах поставки войска новых вооружений. От западных партнеров Украина получила, по выражению президента страны, 500 единиц транспорта и спецтехники.